Страйкбольный пистолет ЧЗ-П09 от производителя из Тайваня компании KGWorks. В комплекте есть каталог KGWorks, инструкция, небольшое количество шариков, разумеется, сам пистолет и один грингаз-магазин для этого пистолета. У этой модели во время стрельбы затвор двигается и есть имитация отдачи. Затвор выполнен из алюминиевого сплава, рамка, как и положено, выполнена из пластика. В нижней части рамки есть респланка для установки различного дополнительного оборудования. Сюда можно поставить фонарик, ЛЦУ или тактический блок. На затворе есть ребра для того, чтобы можно было заряжать пистолет удобным образом, как вот так, так и вот так. Штатные прицельные приспособления — это мушка и целик, на них есть белые метки. Органы управления — это спусковой крючок, курок, предохранитель, клавиша сброса затвора с задержки и клавиша отмыкания магазина. Предохранитель, кстати, двусторонний. На рукоятке есть тренчик для крепления ремня. У этой модели есть хоп-ап, и чтобы добраться до регулировки, необходимо выполнить неполную разборку, то есть снять затвор. Для этого первым делом извлекаем магазин, дальше взводим затвор, извлекаем клавишу сброса затвора с задержки и снимаем затвор. Регулировка хоп-апа происходит с помощью вот этого винта. Этот пистолет работает от грингаза, то есть для того, чтобы начать стрелять, необходимо в первую очередь магазин заправить этим грингазом. Делается это вот так. Далее заряжаем магазин шарами через шахту, примыкаем магазин, взводим затвор, целимся и можно стрелять. Когда в магазине кончаются шары, затвор встает на задержку. Для этого пистолета подходят грингаз-магазины для ЧЗ-П09 производства KGWorks.